убивают! Меня убивают! Тут какой-то босс появился! Ай, мне больно! Паучиха! Меня убьют сейчас! Забираю. Суки. Меня убили. Сука. Бомжара. Нет. Он сказал, его избили. Сука, давай гони мой фонарик. Отсекайся. Дал фонарик. Сказал бы, типа, бомж забрал. Да. У меня пытаются фонарик сжать. Ага, конечно. Ну, конечно, тебя там никто не бьет. Кому ты там нужен, маленький? Подожди, а там в конце того коридора, там только одна был, один был поворот. Да, это тупо стена, там... Там бесконечный поворот. Что там случилось, короче? Ну, как тебя избили? Я иду такой в туннель. Вижу такого странного типа. Ну он что-то... Нихуя. Что он? Ёпта. Вот лазит. А что там? Дыра. Там что завалило? А, нет. Там есть дыра небольшая. Ишка, и что как он сейчас? Ну и короче, он начал типа говорить. Давай деньги! Какие это деньги? Я не слышал. Какие деньги? Инвалида? Бля, он мне рот заткнул. Он давай не пока... Он мне... Потом-то я смог ему дать... Плакать бы сразу, нахуй, дебил. А, это страшно было. Good Mod он пережил самые страшные минуты своей жизни. А, ты снимал, когда он подошел? Нет, я только сейчас начал. О. Короче, Good Mod он оказывается... и вот он, типа, в туннеле. Бля. Я такой землит, наверное. Знаешь, что я зажал? Ты сам себя зажал. Я еле от него убежал. Давай его найдем. Да нет, он скрылся в тумане. Ага, конечно. Он скрылся в темноте. Если... Я ему не верю. Он лег обратно на матрас. Да. Ты ему что, поебал удал, что он упал на матрас? Ну, допустим, я дал ему похлебать. Ну, Ниска, а что ты там не забрал? А! Ниска, а что ты там не забрал? Матрас или дверь? Его. Ну, матрас. Ну, сука. Комров вон. Итак, я пережил самый страшный момент как в жизни. Пирамид? Не, похлеще. Ага, блядь, пирамид вообще отъебали. Почти хуя. Третий сезон уже начал. Этот, короче, стыковал сначала идти в этот туннель обоссанный. Не, короче. А потом это мы, короче, пошли туда немножко, потом один зал ты пошел. Да. Я и день давал. Ну, больше не фанат пирамиды, он не снимает монстры. Кто? Мы, этот пирамид. Папа может снимать эти звезды. Итак, дорогие друзья, это были самые эпичные моменты в жизни. Ну, самые страшные. Ага, говно сейчас. Я что-то там не скончался. Ниска, ты самая страшная. А я скажу. Да? Ниска, тебе повезло, что ты пирамидишься, вот твой самый день. Пока, дорогие друзья, я вам расскажу, что произошло, когда я приду домой.